Во время комплексной проверки вооруженных сил сегодня слово взяли артиллеристы. Боевые стрельбы на Осиповичском полигоне провел гаубичный самоходный дивизион. Личный состав отрабатывал практические навыки на штатных установках «Гвоздика». Стреляли сегодня и на полигоне под Борисовым. Подразделения сил специальных операций отработали уничтожение незаконных вооруженных формирований. На маршрутах движения воинских подразделений организована работа пунктов технической помощи.